Soy Sort Prudence. Сегодня 9 августа. Междуряде 50 сантиметров, норма высева 100 тысяч. Это ранний сев, где-то 30 апреля. Ну, относительно можно было бы и раньше посеять. А те поля, которые в производстве посеяны раньше, они уже начинают желтеть. То есть некоторые уже вот такого цвета, то есть листья сои начинают отбрасывать. Это вот 200 тысяч. В целом этот год соевый, можно сказать. Относительно благоприятная погода. Не только соевый, для всех культур в целом. Ну и для сои также, потому что сою себя чувствует относительно комфортно, как бы там ни было. Сто, 200, 300. Триста тысяч. На самом деле отлично выглядит. Это вот 400 тысяч. Это 500 уже начинает клониться, полегать, но это полегание, оно уже было, можно сказать, в момент формирования бобов проявилось. То есть посев не совсем лежит, склонился. Так, здесь также вроде бы все неплохо с бобиком. Ну, естественно, это и самый густой посев и выглядит более взрослым. То есть начинает созревать, отбрасывает листья, появляются вот эти вот пятна неравномерного, то есть неравномерности, да, по плодородию всегда так есть. Всегда это проявление, особенно на более густых посевах. Участок 500 тысяч. Здесь уже междуряде 12,5, 200, это 300 тысяч, 400 тысяч, 500. Ну, то есть с каждым с увеличением нормы посев все желтее и желтее. 600. Вот 600 уже есть. Есть очаги у нас, где посев нужен.